Машинка Vega Mid Dicer 500. Демонстрация нарезки свежего айсберга, как половинок, так и целого. То есть обычно при разделке айсберга, айсберг отрезается на две части, удаляется кочерыжка, и айсберг укладывается на нарезку. Кочерыжки я уже удалил. Таким вот образом укладывается. Дальше в процессе, когда происходит работа, транспортер движется, операторы подготавливают сырье и просто укладывают его непрерывно на транспортер. Далее нарезка происходит, в данном случае стоит нож 30 на 30 нарезка. Таким образом мы сейчас нарежем кубик или шашку 30 на 30 свежий айсберг. Далее я буду укладывать салат, сейчас еще два качана разрежу, а потом положу целый качан. То есть если технология подразумевает, что мы просто удаляем кочерыжку, при этом не разрезаем салат айсберг, я даже не стал снимать верхние прорывные листы, то есть я буду его класть целиком. Здесь есть цепной привод, который будет захватывать продукт, минимально его повреждает, то есть транспортер он как бы давит, цепной механизм он его будет захватывать и подавать на механизм для нарезки. Поехали. Такую нарезку в машинке сзади, можно я покажу с той стороны, сзади есть вот такие вот отверстия, в которые шлангом мы промываем вот эту панель нижнюю. Данная панель предусмотрена для того, что внутри машины есть механизм сбрасывания, который с каждым тактом бьет по ленте снизу и сбрасывает продукцию для того, чтобы когда транспортер возвращается на исходную, он был чисто освобожден от крупных остатков сырья. Таким образом, мы потом легко промываем после того, как закончили машинку. Вот качество нарезки. Четкая шашка, без повреждения структуры и никак не влияющий на органолептику в целом продукта. Mid Dicer 500, нарезка салата айсберг.